Мужик! Мужик! Пожалуйста! Просьба есть к тебе. 5 секунд выполнить можешь, поставить 7:40. Нужно порадовать еврейское сообщество. Буквально 5 секунд это сделать. Никто ничего не хочет. А? Что ага? Зачем говорить ага, если ты ничего не делаешь? Да нет, погодите, опять полуголые школьники, да не факт, 7:40 надо поставить. Понятно? Будь оригинальным, покажи факт человеку. Ну или подрочи, да. Ну, нужда есть такая, поставить 7:40. Слушай, сеструха, с просьбой есть, 5 секунд выполнить. Надо поставить 7:40, порадовать еврейских братьев. 7:40 можешь поставить? 7:40, да. Да, у тебя как раз российский флаг, нужно чисто русскую народную 7:40 поставить. Так я же выпускница. Сколько сидела? В смысле? Ну, в смысле, тебя выпускают, а откидка? Ты еще в камере? Ты еще в камере или на свободе уже? 11 лет сидел? За что так? По какой статье? Мама школу ограбила. Школу ограбила? Мама твоя? Да. Мама твоя школу ограбила, а села ты? Да. А чё оттуда свистнули-то? Ноутбуки всякие, проекторы, всякую шелупонь, электронные доски, это все. Да, всякая такая херня. А потом в ломбард с этим всем, с электронными досками, да. Немножко запалиться. Парень. Ну, видимо, не парень. Мужик. Не мужик. Хотя, судя по волосатым рукам, был мужик. Так, семейная парочка, у меня к вам небольшая просьба. Выполните буквально 5 секунд. Вы меня слышите там? Алло, у вас там какие-то бульканья есть. Вы меня слышите? Нужно поставить песню 7:40, порадовать еврейское сообщество. Можете это сделать? Пожалуйста. Я уже не знаю, к кому обращаться. 7:40 поставить надо. Интернет нет. Я жив. Даже голая жопа не хочет ставить 7:40. Все, я сосредоточился. Сейчас поставим. Следующим человеком поставим. Брат, чисто по-братски, можешь сделать одну просьбу? Можешь поставить 7:40, порадовать еврейское сообщество? Почему все переключаются после... Кто-нибудь подумает сегодня о евреях, как им тяжко на их земле. Диван, есть там кто? Чего-то опять рыгать охота, странно. Так, мистер Стул. Волосатая рука. Так, школьницы. Вот вы мне нужны, да. Так, вы, ты и ты. Мне нужна помощь. Вы можете оказать мне небольшую услугу? Буквально 5 секунд. Нужно включить 7:40, порадовать еврейское братство. Включите, пожалуйста, 7:40. Вы все саны, антисемиты, вы понимаете это? Это уголовно наказуемо, это расизм. А это наркомания. Брат, пожалуйста. Так, сеструхи. Кто-нибудь. Ты, да, ты мне нужен. Вы, да, вы. Да господи, что ж такое-то? Что такое, парень? Пожалуйста, ты можешь помочь мне? Да. Ну, не говори «да», пока не помог. Давай попробую. Нужно поставить 7:40, порадовать еврейское братство. Почему уже 200 человек не хотят ставить 7:40, они просто переключаются? Ну, скорее всего, потому что им неинтересно, и некоторые из них антисемиты. Я и говорю, антисемиты, расизм наказывается, уголовно наказуемо. Ну, докажи, что если ты толерантен. А что нужно сделать конкретно? Поставить 7:40. Ну, включись.
На часах? ВКонтакте, мелодию, 7:40. А, понял. Подожди, я просто забыл. Мой отец, как бы он немец по национальности, а мать, она, ну, как бы, ну, горячих крови. Поэтому надо как-то, извиниться вместо отца перед евреями за то, что они там творили. Не могу. Мой отец всегда учил меня быть, как бы, ну, антисемитом. Правильным. Да. Я просто... Я на самом деле, если встречаю сионистов, которые, типа, ну, как евреи, масоны и так далее, я просто их убиваю сразу. И сколько их убиваю? Я могу показать тебе коллекцию трофеев, у меня есть она. Стекла с кровью там, в серванте. Ну, давай, давай, давай. Вебку можешь переместить? Нет. А монитор как-нибудь? Пустозвон. Парень. Сейчас, погоди, рыгну. Ты можешь мне помочь? Ну, хоть рыжок мой посмотрел. Парень, ты можешь мне... Господи, да что ж за люди-то? Что за люди? Вот свиньи, вот не люди же. Вот просто. Ты можешь мне помочь? Ты не можешь мне помочь. У тебя ковер на заднем фоне. А ты просто сидишь. А это какая-то жопа. Что это вообще? Вы можете мне помочь? Что? Помочь мне, пожалуйста, можете? Все очень просто. Я уже 200 человек спросил. Никто не может. Просто переключается без всяких этих. Можете поставить 7:40, порадовать еврейское сообщество. Че? 7:40, мелодия такая, ВКонтактике. Можете просто включить, чтоб я слышал? Нет. ВКонтактике? Господи! Вот вы точно, вы сможете, вы сможете, вы сможете. Только выслушайте сначала. Малолетки, пожалуйста, можете мне помочь? Только вы можете мне помочь. Нужно исполнить небольшую просьбу. Поставьте, пожалуйста, мелодию 7:40, порадуйте сообщество евреев. Пожалуйста, ВКонтактике, просто 7:40 наберите. Нужно поставить мелодию так, чтобы я ее слышал. Да нет, а мне просто нужно поставить 7:40. Вы что, антисемиты? Ага, 7:40. Цифра и число. Так смешно прям. Ну и кто здесь лох? Вы можете поставить 7:40? Я понял, парень, что ты выпендриваешься перед своей маленькой любовницей, но как бы это уголовно наказуемо, вас посадят. Я угадал, видимо. Так, не надо танцевать, надо сделать кое-что другое. Пожалуйста, можешь мне помочь? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Так. Не слышно тебя, не слышно, у тебя микрофон выключен. Не слышно, только видно, что зубы не чищены, не слышно ничего. Что там, какой-то маньяк пришел тебя убивать за то, что ты выглядишь как хипстер? Понятно. Hello. Hello, пожалуйста, помогите мне. Помогите мне. Окей, why? 740. 740. What? Music, 740. Music, 740. Окей. Окей, start it. Окей, start it. О, voice. Дмитрий. Дмитрий. Как зовут? 24. 24. I need 740. I need 740. Starting this melody, please. Where do you live? In Israel. In Israel. No. Do you anti-Semit? Israel. Okay. 740, please. Please, 740. Set this music. For me.
740. Name of the melody, 740. Set this music for me, please. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Why? Why? What why? Maybe you're stupid now. Okay? Bad microphone, I don't hear you. Может, хватит уже практиковаться в английском, если вы ни хрена не можете нормально говорить на нем, а? Типа такие небеспалевные, думают, что я глухой, у меня нет музыкального слуха. Так, ты рыжий парень, ты мне можешь помочь. Пожалуйста, поставь 7.40, порадовать еврейское сообщество. Про, я не понимаю, в чем проблема. Я не понимаю, в чем проблема. У тебя проблем нет, это я понимаю, блин. Парень, ты... Может быть, с ним договорился бы. Я просто охерею. О, ты должен быть толерантен. Короче, парень, ты можешь мне... Ты не толерантен, ты что, тоже расист, что ли? Его, видимо, избивали евреи. Хотя это... Хотя нет, это вероятно. Не облизывайся, не облизывайся. Ты можешь мне помочь? У тебя есть микрофон? Да, отлично. Ты можешь, пожалуйста, исполнить небольшую просьбу? Пожалуйста, никто не может. Ты можешь поставить 7.40 для, ну, в радость еврейскому сообществу? Пожалуйста, для меня. 7.40 можешь поставить? Ну, мелодия 7.40. Вконтактике найди и запусти. Все. 7.40. 7.40. 7.40, 7.40. Не отъезжай, пожалуйста, не надо переключаться, просто поставь 7.40. Нету такого. Ну, как это нету? Ты что, думаешь, контакта с антисемит, что ли, держит? Верно. Ну, двумя цифрами просто 7.40 через дробь. А, 7.40. 7.40. Как 25.17, только расово верная музыка. А, вот, вижу. Еврейская народная песня. Врубай. Да, парень, ты сделал мой день, наконец-то. Поздравляю. Погромче. Громче, 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 громче. Давай, танцуй. Посвящение в евреи проходит гладко. Завтра к тебе приеду сделать тебе обрезание, не волнуйся. Впусти этих людей и ничего не отрицай. Чувствуешь энергетику? Прям... Прям... О! Спасибо, парень, ты красавчик. Фух. Пипец. Пипец. О, блин! Вам-то похер, вы персик жрёте, а я себе пшикнул в нос прям. Господи, я весь мокрый. Что это такое вообще? Чё? Я подмышку, братан. Видишь, да? Тоже видишь это? Поздравляю, тут посидишь, блин. Не таким еще будешь, еще инвалидом уйдешь, буду так сидеть. Надрочил, нарвал. Чего? Надрочил, нарвал. Так, на кого здесь еще можно нарваться? Надрочил чуваков без камеры. Анонисты, ебаные. Согласен. Можно даже без анонистов, просто ё. Те, кто не дрочит, просто ё. Да, ты не дрочишь?
Дрочил до поры до времени, потом устал, начал просто разговаривать. А, волосы на руке вырастут, да? Я мужик, у меня должны волосы на руке вырастать. Ну, на ладони. Так теплее. Повелся, блядь. Ладно, давай, братан. А что повелся-то? Реально растут. Ну, давай. У меня подмышки мокрые, ты понимаешь? Это все видят. Мужик, просьба к тебе. Во-первых, не смотреть на мои подмышки. Чего угораем-то? Чего угораем? Ничего угарного в этом нет. Вы можете выполнить просьбу? Конечно, нет. У меня подмышки мокрые, они угорают. Так, парень, ты... В такой позе никто меня слушать не будет. Так, погоди, выруби. Так, секунду. Вот ты точно можешь исполнить мою просьбу. Ты можешь порадовать еврейское сообщество и поставить 7.40 вместо той мелодии, которая у тебя играла? 7.40 ВКонтакте набери, пожалуйста, и... 7.40 красиво верную музыку поставь, пожалуйста, вместо этого говна, которая у тебя играла. Жду. Ну, у меня на максимум все. Семь сорок поставь. С буквы К на конце, грамотей. Ты должен знать, ты похож. Что там искать-то? Должна быть в избранном. Но я пока это... Где мои 7.40? Я сейчас сдохну. Так у меня слюни пропали. Что так вяжет? Блин, 7.40. 7.40, придурок. Ядрить, я сейчас сдохну, а ты мне тут шутки шутишь. 7.40 поставь. Музон, 7.40, 7... Господи, я тебе сейчас напишу. 7.40. Тупый чмошник. Твою мать, да, 7.40, ты чё такой нелепый? Музыку 7.40, да, твою мать. Вроде, шап. Уже лучше, прокрути там немножко. Там слишком долгое вступление. Без слов, пожалуйста, это на английском. Плохая версия. Давай, я сейчас сдохну без 7.40. Пока я не загнулся нахрен. А то сейчас раввин придет. Почему 7.40 не играет?
Какую нах лезгинку? Лезгинки все в морге ставить будут. 7:40 поставь, пожалуйста. Эх, не херово. Предыдущую поставь. Всю пепелку заблевал. Фу, твою налево. Давай там это. Меняй религию.